И всем привет, дорогие друзья, вы на канале Марадж 67, и сегодня будем играть игру под названием Roblox. И режим, который я сейчас играю, это новый режим, который ограбление. Приятного просмотра, я буду снимать. Да, я тут. Подъем, подъем. Все понятно с вами. Ты просто ненавидишь, да? Вы далеко от меня пошли, да? Деньги собираем просто так, зачем-то. Не у меня. Ай, я сгорел. Я вообще сгорел. Очень горячо. А я только прохожу, блин. Я вас отвлеку. Нет, я говорю, я далеко от вас. Ай. Ай-яй-яй-яй-яй. Я еще в часах. Чё? Короче, у тебя что-то произошло. Ты как будто тихо сейчас говоришь. Ты как будто что-то съезжаешь. Ой, я тоже держу гипси уже. Mm-hmm.
Nope. Ты тоже застрял. Что тут вообще происходит вообще? Two hours later. Я создаю вас. Тот есть, тот. А, я понял. Наконец-то! Но я уже прошел. No, 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 no. У меня почему-то все не по плану.
Да, он просто включил прям защиту свет. Ой, я дверь открыл. Я уже в канализации. Что-то тихо говоришь. Я думаю, и все. Наконец-то! О, НЛО нашел. В 3D? Так, я в замке прошел. Да. Я поднимаюсь. Да. Да, я видел. Так, нажал. О, я тебя вижу.
Я просто вот так просто прыгаю, я быстрее поднимаюсь. Вау, это денежный дом или прям дерево? Денежный, я бы тоже хотел себе. Может, там НЛО прятается? Не, в кустах его нету. Ай. Чё, его нашёл? Так. Сейчас, подожди. Сейчас деньги соберу. Ну и чай. А, там нужен, нам нужен ключ, нам нужен ключ. Ключ. А? Мне надо добраться за 30 секунд. Я тоже. Я даже достижение получил. О, чекпоинт. Это его гараж. О, я на ракете полетел. Давай быстрее, я жду тебя уже на корабле. Заходим. А? О, мы в космос. Я их нажимаю. Я поднимаюсь.
Там НЛО наверху. А, да, вижу. Это как геометрия 3D. Я тебе говорю, это геометрия 3D похоже. Вот так. Просто нажимаешь прыгать, и всё, ты должен двигаться. Но даже тут нет. Я это не могу пройти. Кто я? Я уже прошел. Ура! Надо набрать 33 золота. No. Да что такое? Чекпоинт
О, у меня уже начинаются проблемы. Я забрал 33 золота, мне надо бежать. Нет, я должен сбежать. О, я на лифте поехал. О, самолет. Наконец-то! Я на самолете еле-еле открыл ворота.
Короче, всем пока, спасибо за просмотр. I'm